How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Старичок. Ну, мне так помог. Как я могу ему... его как-то подставить, что-то там еще? Ну, это же ужасно. Нет. Я бы вот этого Генри убрал скорее, чем старичка. Генри еще неизвестно, кто такой. Хороший он там, не хороший. Старик меня из грязи поднял. Буквально. Так, поворот. Сейчас будет опять преследуем гонщика. Преследую гонщика. Ага, я прям как знал. Понял. Ну давайте, попробуйте. А, я уже приехал. Ну ладно, могу выплатить штраф, раз уж я дома. Да, без проблем, офицер. За это полагается штраф. Полагается. Я ж ничего не говорю. У меня много денег. Оплачу тебе твой штраф. Спасибо, офицер. Сделай себе одолжение, исчезни. Вот не надо грубить. Дяденька офицер. Я нарушил, я оплатил штраф, правильно? Все по закону. Что это такое? Кто это? Ранни, что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше видеть. Эй, что кого его? Кого видеть? Эрика. Мужа, почему? Он бьет и гуляет все время. И погоди, он бьет тебя? Нет, но у него кто-то есть, я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сын, убью. Нет, Вита, не надо, прошу тебя, я просто подумала, может, ты с ним поговоришь? Он поговорю, ой, поговорю. Я не знаю. У него есть друг, где-то на Ривер-стрит. Обычно успокойся, он у него сидит. Хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне, думаю, он придет. Хорошо, Вита, но умоляю, ничего с ним не делай. Не убил, не, не убил. Мы просто поговорим по-мужски. Да, кулаками. Какие болтаны, начищу разочек. Надо, ну раз уж такое дело, нужно правильно одеться. Я должен выглядеть как настоящий мужчина. Так, это нет, это... Что это такое вообще? Это вообще как выглядит на мне? Какой-то разбойник пойдет. Сейчас бахнем пивка перед выходом. Или нет, давайте колу, обычную колу выпьем, да, и пойдем. О, а у меня еще и прическа меняется. Я такой... Таким парнем, знаешь, кажусь обычным школьником каким-то, вот ближе, да, таким выпускником каким-то. Вот так, вот с таким парнем я бы не решался как-то. А, слушайте, мы же еще и машину можем поменять. Хотя надо сначала вот эту отогнать, потому что это машина. Давай ее загоним в гараж к себе. Надо, что мешать сейчас будет. Ага. Так, теперь мне нужна моя. Где она? Вот она. Ласточка. Ну, какая мощность, а? Прям чувствуется с первого же... С первого нажатия на газ, он прям... Ваш, с места. Буксует с места. Да, сестрица моя... Что-то так себе. У нее с выбором мужчин... Какого-то нашла ужасного очень человека, который бьет ее еще. О, боже, я не знаю, что Вита с ним сделает. Честное слово, не знаю. Представить себе не могу. Что я должен был сделать? По-моему, я что-то неправильно сделал. А он должен был побибикать. Нет, не побибикать. А, вон, я вижу дверь. А почему она намного дальше? Ладно. Даже две двери. Так. Да-да-ран-дан-дан-дан-бон. Мне сейчас опять страйк накинут. Лучше перебить. Это Элвис Пресли, его знаменитая музычка, которую не нужно, чтобы услышал YouTube, потому что он мне выдаст люлей. Господи, она все те же... Все сильно... Ну ладно, Элвис Пресли, я надеюсь, твоя музыка не копирайтится. Ой, как мило. Слушайте, а я, получается, еще и оделся как надо, да? Прям как должно быть. Кто из вас
Это ты, что ли? Лол, ой, у тебя проблемы. Эрик. Эрик, ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Вот этой бутылкой ему. Да. Занят ты должен быть со своей женой. Бум. Ясно тебе? Ну давай. Я тебе покажу, как бить женщин. Ну нет. Давай еще раз. Я не был готов. Давай еще разочек. Это ты, Эрик, серьезно? Она не могла получше найти. Ну что это? Это... Мужчина это назвать тяжело. Давай. Давай. Нет. Что это такое вообще? Серьезно? Почему он не бьет? Почему он ждет-то? Что это такое? Ладно, все, давай. Больше не буду так делать. Рак. Блюдок. Приветик. Ну все, пошла. Из колена, моя любимая. Слушай внимательно. Еще раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома, забудешь про дочь, забудешь про выпивку и будешь делать ее счастливой. И если я вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Тебе ясно? Ублюдок. Да. Отдыхай. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? По очереди могу с каждым прямо сейчас разобраться. Вообще без проблем. Че это за притон такой? Что это за место? Непонятное какое-то. Дом очень странный. Элвис Пресли, не наезжай на меня, пожалуйста. Со своей музыкой. А куда мы? Машину угнали! Полицейские, что делать-то? Эх. Я бы сам такую угнал, если честно. Ну, поедем вот на этом тогда. Ну-ка, сколько замочков? Трое? Три? Я так и думал. Готово. Все, никаких проблем. Вот я так и думал, что он так разберется. Надо было напинать ему еще, конечно. Сверху. Мне кажется, он более чем заслуживает этого. Я как-то еще даже нежно с ним обошелся, мог гораздо хуже. Ох. Гринфилд. Мы уже и дома. Быстро разобрались. Очень быстро. Так. Ничего хорошего. Я сбил себе почтовый ящик. Но письма не будут приходить ко мне, к сожалению. Или к счастью. Ой, мне звонят. Да что ж мне прям никак покоя-то не дадут. Кто это? Вита, это Франческа. Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Ну, так я же поговорил. Он подрался с кем-то. Сам связался с другой компанией. Да. Он попросил у меня прощения, Вита. Видишь? Обещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Ну, если он будет себя нормально вести, его есть... Если он тебя как раз ударит, то... Да. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще, держись от нас подальше. Ой, боже мой. Просто держись подальше! Ну окей. Я помог тебе, я разобрал с твоей проблемой. Ну что это? Это такая благодарность, что ли? Кто так благодарит? Еще колы. Я же все-таки школьник. Что, я еще буду пить? Не пью же. Только. И только Кока-Колу. Что игра-то хочет, я не понимаю. Надо спать, наверное, ложиться, верно? Отправляйтесь домой. Ну хорошо, я дома. Наверное, спать, да, все достаточно. Сегодня приключений уже точно достаточно. Лечь спать. Мы сделали все. Был очень интересный день, продуктивный. Так, это что такое? Почекай! Живи! Давай! Кто такие? Ирландцы! Урландцы! Гори! Макаронник.
Нет, мой дом! Бля, хомуха. Что вы сделали-то? Вы ублюдки. А где у меня есть пушка? А, у меня даже пушки нет. Лол, они меня сейчас убьют. Беги, беги, Вита, Вита, беги, 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 беги. Вот это ублюдки. Редкостные. Прыгай в воду. Ты что, плавать не умеешь? Я что, в Vice City играю? Ай, Вита, ты не выживешь. Ты знаешь, что ты из-за того, что ты такой глупый, ты не выживешь? Как ты... О, боже, естественно. А как же еще? Макаронник. Себя-то видели, ирландца? Вечные бухари. Идите свои цветочки, четырехлистники, собирайте. Я тоже про вас стереотипы знаю, понятно? Почекай! Живи! Давай! Я что-то не понимаю, куда бежать надо. Макаронник, гори! Эля своего напились, пьяница. И доебались до меня. Вот куда я побегу-то отсюда? Смотри, с двух сторон окружили меня. Найти выход. Выхода нет. Прямо в спину стреляют. Вот не ублюдки вы, а? Как вас еще назвать? Кто стреляет человека без оружия? Нечестно вообще, нечестно. Смотри, они бегут за мной. Так, ладно, мне хоть полегчало немножко. Ну да, да. Так, оп. Мне нужна срочно машина. Если я сейчас не найду машину, меня прикончат. Ну, я, по крайней мере, сбежал. Так, машину мне! От ирландцев я сбежал. Бегать они так себе умеют, похоже. Стой, стой! Стой ты! О, боже. Мне срочно нужна машина. Твоя. Остановись, пожалуйста. Отлично. Ты очень все правильно сделал. Умничка. Ну, блядь. Давайте по одному. Кто у вас главный? Ты первый. Так, сейчас меня убить могут. С Томпсона все-таки стреляют. Полиция, помощь, на помощь мне. Что происходит? Что делается-то? Произвол убивает человека прямо посреди бел дня. Вот и воюйте с полицией, идиоты. А я поеду. Одного я забрал, я доволен. Минус один ирландец. А потом остальных я сам найду. Лично каждого. Объясню, в чем он и почему не прав. Боже, меня спалили мою хату огромную. А у меня деньги есть? У меня и денег нету. Все, я вообще бомж. И куда я сейчас, к Виту поеду, что ли? Да, к Джо. Ну, к Джо, то есть, да, я имел в виду Джо. К Вита. Я сам Вита, алло. Забылся немножко. Джо, опять я... У разбитого корыта, и мне нужна помощь от тебя. У меня даже одежды нету. Лоу. Просто за одну секунду стал никем. Вроде все время с собой наличность брала. Тут, видимо, лег спать и оставил где-то деньги в другом месте. И все, теперь я вообще ни с чем. И кто это? Что это были? Это просто бандиты-ирландцы? Или они вообще на какую-то семью работают, или что? Вы видели эти усики? Я его узнал за этими усиками. Такой себе маскировка, как я также уже маскировался, ужасно. Видимо, мою ошибку уже совершил. Так. Вот это был прыжок. Ох уж мне этот ирландец. А его же тоже посадили, по-моему. Это его дружки? Это вообще, может, даже не ирландцы, я на самом деле могу ошибаться вполне. Но черт его знает. А вроде они, вроде не они. Тяжело определить. Джо! У меня для тебя новости. Очень скверные. Ах. Эта игра так любит забирать все. И свободу, и богатство, и жилье. Все забрали. Джо! Дай мне хотя бы одежду. Эх, опять на все зарабатывать. Я так долго копил, наверное, или нет, не знаю. Ну, все равно обидно. Что это такое? Куда не годится? Джо, выручай меня. Джо, ну, только не говори мне, что ты не дома. Придется выбить тебе дверь. Ну же, только б не валялся пьяный. Давай! Джо... Отлично. Опять ты пьяный. Нихера себе у тебя дома. Ты что, жарил мясо в одних трусах? Да. Можно войти? А, да, да, конечно. Дай я тебе налью. Давай, налей. А я тебе кое-что расскажу очень интересное. Какой у тебя красивый. Какого хрена? Мило, красиво? Да? Да. Это еще что такое? Только розовый. Я тут обстановку поменял. Что скажешь?
Да уж, тут все другое. Вообще все. Я уж точно сам обставил. Только почему розовый цвет? Он тебе так нравится? Он как-то не очень выглядит. Так что случилось? Вот, держи. Эти чертовы психи-ирландцы. Что ирландцы такое? Что они значит, сделали? Я был прав. Убить меня пытались, мать их. Что? И спалили мой дом к чертям. Вот это да. И что дальше? Хочешь разобраться с рыжими прямо сейчас? Сейчас точно нет. А то, ну да. Ладно, расслабься, выпей, а я пока кое-кому позвоню. Ну, и в шкаф ко мне загляни, если не хочешь воевать в одних трусах. Очень хочу. Спасибо. Заглянуть Думал, в шкаф. Думал, ты не предложишь. Да я в любом случае сам бы пошел в шкаф. Что у тебя есть вообще? Это только его одежда? Так, это Джо. А вот, нормально. Да-да, я знаю, но мне помощь нужна. Сегодня куча ирландцев пыталась убить моего друга. Они ему дом сожгли. Я хочу знать, кто они такие и где у них логово. Эй, если не скажешь, проблем у тебя будет в разы больше. Давайте посмотрим. Кровать неплоха. Кровать-то? Все тот же лифчик, кстати. Но кровать побольше вроде стала. Сидушечка красивая. Носки разбросаны. И кухня. И кухня розовая. Кухня розовая? А, ну да. А вот здесь что? Я здесь не был никогда. Ванная? Вот этот дом точно надо спалить. Вот точно. Че мой-то спалили? Он у меня как-то скромнее выглядит. А, подожди, я еще не все. Я хочу что-нибудь выпить. Меня просто постреляли в разные мои места. Сэндвича хочу. На выход. Да, отлично, все. И пошли. Отомстим ублюдкам! Куда мы едем? В Кингстон. Там ирландский кабак называется Зеленый Холм. Поехали. С кабак спалимым? Ну, кабак я не хочу палить. Хотя, черт его знает. Если это их заведение, тогда да. Вообще без проблем. Красивый у тебя, кстати, интерьерчик. Мне очень понравился, если честно. Странно, конечно, местами. То, что тут розовый цвет, все дела. А так прикольно. Мне понравилось. Садись в машину. Сажусь. Только в свою. Она ведь у меня осталась. Мне же не спалили тачку. Вот она, моя красавица бессмертная. Ладно. Ты за ирландцами не следил, нет? Нет. А что такое? Одного сбил там. У ирландцев новый босс. Звать его Микки Десмонд. На его место есть еще пара претендентов, так что он всем хочет показать, какой он крутой. А ко мне это какое имеет отношение? Он двоюродный брат О'Нила. Теперь понятно. А что Хош спорит, торчит сейчас в своей дыре и ржет над нами с остальными. Поехали, разберемся с ним. Со всеми. Я про то же. Похоже, их осталось немного, так что кабак можно взять с налету. Отлично. Застать их врасплох и все дела. Может, все-таки нравится, подкрепление план. Какое-нибудь? Дом не спалили к чертям. Ублюдки. Остынь, мы уже на подъезде. К нас тут въехали. Черт, тащу идиоту в участок. Зачем в участок? Давай договоримся. Я вас понял. Если нет, придется руками рвать. Вот он из... Я только что человека чуть не сбил из-за него. Ну вот, держи. Спасибо. Мы же могли договориться, офицер, но ты захотел, чтобы я ушел от тебя. Ну хорошо, значит я уйду. Мне же не сложно. Черт, вы полицейский. Тихо. Номер мой опять не заметили. Хе-хе. Ничего, перебивать не надо. Но машину уже починить бы не стоило. Видите, она как-то так себя выглядит уже. Господи, как я люблю эту машину. На красный проехал. На красный. Сейчас нас совсем другое Пойдем, должно волновать. Пошли уложим этих кретинов. Пойдем. Томпсона можно в руки? О, блядь, ну все. Ну, у меня только кольт мой, конечно, как обычно. Ну, anyway. Черт, вы ирландцы. Выбиваем дверь. Я ж говорил, я за ним гнался, но упустил. Убежал, трус поганый. Ну, а, трус поганый. Вот еще и тогда... Сейчас посмотрим. Это ты сбежал. Да. Четырехлистник. Четырехлистник. Вот я так и говорил. Ну, ты нахал. Это да. Что это такое? Что это такое? Ну вы мне не дали даже секунды. Типа они бы побежали в укрытие, например, может быть. Что это за... Говорил, я за ним гнался, но упустил. Убежал, трус поганый. Но я его отыщу и так... Трус поганый. Это ты сбежал. Толпой на в трусы. Черт. Ты... Ну ты нахал. Я такой. Оп, вот так надо было сделать. Блядские ирландцы! Я захожу! Ты что, оружие поднял? Ты это зря, я тебя не хотел убивать, бармена. Но ты, видимо, с ними заодно.
Очень зря. Очень зря, бармен. Бармена, против барменов ничего не имею. Но против дебила барменов, конечно, со вспушками, я. Минус. Бармен, тебе конец. Вот этот сир. Томпсон. Давай, покажись! Блюдки. Давайте сюда свои пушки. Что это за пушка такая? Немецкая какая-то, да? Как будто бы. Убежать хочет. Ну, сейчас, блядь, убежит. Там в машине еще есть. Они смывают. Ладно, вперед, садись за руль. Моя машина только что была под текстурами. Обратите внимание. Купленные копы, ах, за мной я гонятся, они за ним. Машину с пистолетом. Белую машину с пистолетом видел? Понял. Ну вот белую машину с пистолетом вы ищите тогда, глупцы. Понял. Что это? А, чуть не помер. Он в другую сторону поехал вообще. Белая машина, не смотри на мой цвет. Запомни, белая, все, и забудь. А он, кстати, хотел мне просто, знаете, выписать штраф только что. Это они уже потеряли меня. Надо быстрее, быстрее, быстрее. Нервничай, я спешу. В смысле, тебе не нравится скорость? А как мы его догоним, по-твоему? Стой! Города решил за нами собрать. Ты тебя в задницу укусил. Тебя кто за руль пустил? Вот так пойдет. Уроды. Садись. Ну вот, дело сделано, да? Да, дом это мне не вернет. Не волнуйся, дела идут в гору, так что скоро заработаешь на новый. Ага, ты так понятно. Думаешь? Ладно, поехали домой. Поехали. Что я посплю на твоей тахте, а? Есть вариант получше. Вот, держи ключи. Опять? Это квартира Марти. Ну, мама как раз просила подать. Так что поживи там пока что. Спасибо, вариант. Не благодари, приятель, староват ты уже для моей тахты. И потом я только что ее купил. Раздолбаешь еще. Это Марти на острове. Хорошо. Новый дом. Что, полегчало? Не очень. Прописали им по полной, все равно мало. Эй, то, что сгорело, всего лишь шматье, Вита. Просто шматье. Это было мое шматье, Джо. Ты думаешь, зачем я вообще во все? Давай перебьем всю семью ирландцев. Я буду доволен. Костюмы, тачки, телок, дома. Теперь я одеть без штанов и бабло тоже все было в доме. Вот именно. Все сгорело. Я больше не буду бедным, не буду перебиваться, как отец. Да, я понимаю, не дрейф, что-нибудь придумай. Пара секунд и снова будешь на ногах. У тебя-то долбанный стакан всегда наполовину полон. Оптимист пожизненный. Марти, Марти. Хороший, кстати, парень был. Ты красный свет не видел? Нет, не видел. Я никогда не смотрю на цвета. Дальтоник я. Преследую гонщика. Преследуй. Понял. Посмотрим, как у тебя это получится на твоей машине. Ты посмотри, на чем я еду. Я, может, не в идеальном состоянии еще. О, господи, все, она заглохла. Ну ладно, тогда заплачу штраф. Куда деваться? Эх, полицейский. Вот он я, законопослушный. Придется платить, сэр. Извиниться? Я могу извиниться. Эй, я пустой. Ой, это не поможет, да? Джо? Нам сейчас придется уходить. Серьезно? Без денег я могу просто извиниться. Она заведется? Она мне очень нужна сейчас. Только она может взорваться, наверное, да, если я еще раз врежу. А, надо у капота встать. Ну, простите, ребят, машина не едет, я ничего с этим сделать не могу пока что. Ну что за полицейский? Офицер, видимо, знал меня. О, ей получше стало. Я там, видимо, эти... как это называется-то? Не проводки. Ну или проводки. Проводки на место воткнул. Там, знаете, из аккумулятора вырвались. Я их обратно воткнул, и вот мы едем. ДТП, да? Водитель хочет скрыться. Да хочу я доехать до дома, успокойтесь, денег наверное, у меня нет. До встречи. Увидимся, старина. Держись. Спасибо, держусь. Я хочу починиться, прежде всего. Еще мне нужно доехать. О, у меня, кстати, по пути автомастерская будет. Отлично. Пусти меня. Ты видишь, моя машина плохо себя чувствует? Что ты делаешь-то? Мне надо поехать к себе домой, на новый дом. Тихо, 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 тихо. Пропустите, пропустите. Моя машина терпит ужасное время, поэтому лучше вам не мешать.
А кстати, интересно, здесь, да, здесь машины взрываются, я помню. Так что я вполне себе могу взорваться в случае чего. Мне очень будет приятно, если я подорвусь в собственной же тачке. Брум. Аккуратно, аккуратно. Не бей меня, пожалуйста, не сбивай. И ты тоже не сбивай. Больше грузы почему-то резко повылезали тут. Откуда вы здесь? В этой игре очень мало. Она еще и вся, кстати, грязной стала. Где я на ней так покатался, что она грязная? Непонятно. Так, вот и мать, автомастерская наконец-то. Заезжаем. Сколько? Давайте. У меня денег нету, я хочу починиться, а у меня аж денег-то нету, на что я чиниться-то буду? А давай за спасибо или за извини. А, не хватает денег. Давай по старой дружбе. Да, давай, я так доволен, ты не представляешь. 200, 300 долларов, ну, если округлить, стоит починка машины. Жесть. Наверное, для этих времен это огромные деньги. Так, давайте вы все разойдетесь. Ну, ты сам виноват. Не надо кидаться под колес. Разойдитесь. Вот здесь, пожалуй, срежем. Эх, машина, как я тебя люблю. Но тебе придется постоять здесь. Я, конечно, все понимаю, но ничего не поделаешь. Так, давай разобьем, просто разобьем. Разбей. Там полицейская машина спереди. Давай быстрее, 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 если еще заметит. Давай, давай, давай. Хорошо, успели. Там моя машина, наверное, как раз не дает проехать никому сейчас. Ну, ее подбуксируют, я знаю, потом. В мой гараж, а я ее там починю. Все в порядке будет. На этой, на своей машине я уже вряд ли до куда-то доеду. В ней нельзя врезаться, а вы знаете, врезаться я очень люблю. Я не могу не проехать столб и не врезаться в него. Это прям как традиция какая-то. Никуда без этого, никуда. И мы уже на месте. Совсем чуть-чуть нужно было проехать, я прям чуть-чуть не удержался. Вот это я мастер парковки, да? Впритык поцеловался чуть-чуть, правда, не. Так, где тут вход вообще? Что-то такой себе райончик, по-моему. Не очень выглядит. Так, вот он вход. И дыра же. Были бы деньги на гостиницу. Ну, выбирать не приходится. Туда же что-то есть, покушать можно. А, лимон. Вита, будешь лимон? Вот же мерзость. Мерзость? Ты привык к хорошему? Вита зажрался. Глава 12. Дары моря. Квартира Марти, да, 22 сентября 51 года. Мой дом сгорел. Сгорел. Со всеми сбережениями. Это точно. И, наверное, на этом с вами закончу. Продолжим с вами в следующей серии. С вами был Кромвелл. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.